Всем привет. В общем, как обычно, 20-й автобус не перестает нас радовать. Как-то я уже приходил на остановку Ивановского, там, где стояло даже два автобуса с номером 20. Вот. Но на рейс ни один из них не выходил. Хотя неизвестно, кому придумали это приложение «Транспорт», потом приложение «Яндекс.Транспорт». Но, тем не менее, не вышел автобус на маршрут. Я подходил к этим водителям, спрашивал, и они с улыбкой на лице раньше говорили, что, ну, там, у меня понос, я поэтому не еду. Я там сломался, я поэтому не еду. Сейчас не мой рейс, мы работаем по расписанию выходного дня, но почему-то это расписание выходного дня нигде не значится. О нем вообще мало кто слышал. И по поводу этого расписания выходного дня хотелось бы еще сказать, они сами в это верят. Ну, в общем, в очередной раз сегодня пришел на остановку Ивановская. Приходит время автобуса по расписанию. Автобус стоит. Никаких движений нет. Люди собираются. Как бы я понимаю, сейчас не зима, но как бы и зимой тоже плохо. И дети там могут заболеть, и взрослые. И у многих есть штрафы на работе за опоздание. Но тем не менее, автобус стоит. Подхожу, все те же люди, все тот же горячо любимый водитель, который радостно сообщает о том, что он вообще не 20-й автобус, что нигде табличек нет. Даже свою табличку со своим именем убрал с двери. А может быть, даже и не вешал ее, собственно говоря. Вот. Ну и уже не так радостно общается. Правда, перед этим подходила какая-то женщина к нему, спрашивала, почему он не выехал. На что он ей сказал, что он поломан. Она спросила его фамилию, и он ответил ей, что его фамилия слишком известна, чтобы ее называть. Вот. И только после этого решил подойти я к нему. Со мной он уже не так вежливо общался. Ну, как бы по общению водителей 20-го маршрута, это вообще отдельная история. Они как-то очень агрессивно, вечно реагируют. Не все, правда, но в частности этот водитель вообще какой-то неадекватный. В общем, вот то, что получилось с ним пообщаться. Причем? Это вы вот так общаетесь? Да. Почему? Потому что нечего у меня фото. Время вашего рейса было. А где у меня написано 20-й маршрут? А какой у вас маршрут? А вы посмотрите, где у меня написано 20-й маршрут. Вы его убрали. Вы даже табличку убрали с вашим именем. Почему? Потому что я сейчас в данный момент не работаю. Угу. А кто работает на 20-м? Понятия не имею. Позвоните вот туда. Вам все там скажут. Кто работает на 20-м маршруте? Мне что здесь, постоять просто так нельзя, что ли, уже? Да нет, просто пальцы не надо тыкать. А то в жопу засунут. Да, засунут. Потом я вернулся на остановку, там, где ждали, в районе 30 человек. Ну и как бы эта женщина тоже была возмущена. Спрашивала, как же позвонить. К слову, о том, чтобы оставить жалобу какую-то, вы можете позвонить по номеру 3210 и в устной форме продиктовать свою жалобу на определенный маршрут. В частности, этот 20-й маршрут относится к 10-му парку, где очень старые автобусы. И именно поэтому они часто ломаются, часто не выходят. Но если они не выходят, ну замените автобус. Ну, у вас есть электронное расписание, где в режиме онлайн можно поправить как бы работу, отменить какой-то тот же самый рейс. Если уже такое произошло. Есть же диспетчер. И вообще, этот водитель, он мог бы
пройти там 20 метров пешком и сказать: ребята, не стойте, не ждите меня, я поломался, например. Ну, чисто вот по-человечески, если он видит, что там около 30 человек собралось и ждут, когда же он выйдет. Отписки, я и звонила туда, на ты на конечном пришел, на буксире стоишь вверх. И чтобы не кинуть замен автобус. Ну ты чего? У них нет замены, как они сказали, когда мы говорят телевизор. У нас сейчас нет замены. Воды не спешу, водите только звонили. А у вас есть телефон, куда вы будете? Да. 50-30, по-моему, что-то я такое. Я никак не спешу. 495-50-30? Нет, просто 50-30. Просто 50-30. Да. В большей степени бесит даже не это. Бесит просто отношение этого водителя, ну, к своим пассажирам, к тем людям, которые, скажем так, обеспечивают его заработную плату. Вот. Те, ради кого он, собственно говоря, каждое утро просыпается и выходит на работу. Ну, не знаю, по-моему, это неправильно.